Какой грибочек, короче, дурак, давай. Ой, тут грибочек, какой грибочек. А что еще? Не спешите. Практически полная. Ой, ой, это какая гроза, что же начинается? Ой. А где же корзинка-то моя? Господи, батюшки, куда мне ее дело? Это полная корзинка. Дедушка, да что ж ты меня так пугаешь-то? Да что ж ты меня пугаешь? Появился ты грешь, я не знал, откуда. Вот и тебя. Сама ты вообще, ты откуда сейчас это? А я... Откуда ты? Я уже не знаю. Да уже испугалась я. С деревьев вот здесь вот задали. Гости, городская гости приехала, вот грибочки хотела собрать. Ну понятно, сто лет их не собирала. Это не там, вот. Это вам не это. Ух, напугал, дедушка, ты меня. Ой, я... Дождь, что ж ты, где-то надо укрыться, же смотри, какая гроза. Гроза, да это ой, ой, бац, смотри, ой, господи-то. Бац. Чего ж ты пугаешься-то? Это же хорошо-то, вон, посмотри. Это страшно. Огород поливать не надо будет, вообще все. Картофель у меня вот зарядился. Дедушка, да надо укрыться-то где-то, не знаешь, может, где-нибудь. Знаю-то я знаю. Дедушка, ну что ж ты мокнуто стоять-то? Потом чихать, кашлять-то будет. Ну, где-нибудь землянка, может быть, есть. Домик из бабушка, на море из бабушка. Где народу? Раскопала. Третье тысячелетие, потише дом. Да я успею.